Всех приветствую! Сегодня будет у нас такое необычное видео. Хочу вам сыграть на трех разных гармошках, но одинаковой тональности. Первая гармошка — это Зайдель, стальные язычки, 1847, кастомизированная. Special 20, тональность до, тоже кастомизированная уже. И Marine Band Classic, тональность тоже до, тоже кастомизированная. Михаил Петровская, настройка там все. Как лучше сделать? Хочу послушать ваше мнение, отличаются они как бы по звуку. Все одинаковая тональность, потому что еще Special 20, мне говорят, ну она такая дешманская гармошка, охота что-нибудь покруче, там, например, Marine Band, они как-то, классика, они как-то типа повыше по звуку, как-то такие для мелодичной игры. Зайдель, говорят, у них там такой бархатный звук, как сказать... Стальные язычки там не расстраивают, но это как бы нюансы. А вот как бы есть люди, которые определяют, я на Зайдель сыграю, я вот, например, сыграю на Special 20 и определяют, на какой тональности играю. Давайте я сначала вам сыграю на, чтобы вы видели, на каких гармошках, а потом я сыграю, уже вам не будет видно. И в конце видео уже скажу, на каких гармошках, какой порядок был. Давайте сначала сыграю я на Special, ой, на Зайдель. Следующая гармошка будет у нас Special 20. И Marine Band Classic. Classic кастомизирован также. Вот такие вот чудесные гармошки. Сейчас я все перемешаю у себя здесь, чтобы ненароком взять. И вам сыграю уже. Так, давайте сыграю сначала вот на этой гармошке. Вот так. Потом сыграю вот на этой гармошке. И напоследок вот сыграю вот на такой гармошке. Вот такие вот гармошки. Все они у меня, еще раз повторю, кастомизированы, поэтому все у них одинаково. Как бы они в равных условиях сравниваются. Но разная уже ценовая категория. И в конце видео давайте расскажу вам, на каких гармошках я играл. Хотелось бы, чтобы вы нажали на паузу, честно, для себя определили, какую гармошку. И уже сейчас я вам скажу.
Первая, на какой гармошке я играл, первая губная гармошка была у меня в Special 20. Вторая, на какой я играл гармошки, это была Зайдель. И третья губная гармошка, на которой я играл, это была уже Marine Band Classic. Конечно, я еще хотел в видео добавить дешманскую губную гармошку Sven, но я думаю, ее сразу вы бы раскусили, потому что там такие воздухопотери. Ну, и она у меня не кастомная, и как бы никаких манипуляций я с ней не делал, поэтому она бы сразу бы и сдала бы себя. Поэтому я ее не стал включать в видео. Еще есть у меня Golden Melody тональность до, но я считаю, что ценовая категория одинаковая, что Special 20, что вот Golden Melody. Поэтому я сравнил те гармошки, какие у меня есть, и в разных ценовых категориях. Хотел бы еще, конечно, на Suzuki поиграть, но они, такой возможности у меня нету, слишком дорогие они. И куда еще больше этих дошек? У меня уже 6 штук этих до гармошек, поэтому вот такие вот у меня дела. Надеюсь, такое видео было интересно для вас в таком формате. Всем пока!